Луганским ополченцам удалось разоружить очередную воинскую часть. Солдаты охраняли склады боеприпасов в поселке Александровка. На предложение сложить оружие и не воевать собственным народом офицеры ответили отказом. Началась перестрелка, и снаряд ручного гранатомета попал в арсенал, где начали взрываться боеприпасы. Вскоре после этого все военнослужащие, около 60 человек, сложили оружие. Их отправили по домам. Кроме того, по словам ополченцев, они захватили в плен 20 бойцов Национальной гвардии. Там, правда, поспешили от своих бойцов отказаться, заявили, что никто из гвардейцев в плен не попадал, хотя ополченцы предлагали обвинять их на своих соратников. Пожары, взрывы на арсенале в Александровке продолжались несколько часов. Позже над частью даже был замечен самолет-разведчик.